У нас какая-то бригада в городе, которая просто ходит и рассказывает там разные слухи. Мне уже перезванивает Нелегина, вы в реанимации? Нелегина, вы вот это, а вы 15 августа? Я хочу сказать, все должны быть спокойны. Я на 5 лет, меня избрали мэром города. Всю программу, которую мы планировали за 5 лет, мы ее сделаем. Никто, кроме громады, меня не может снять с мэра города. Никаких таких решений с 15 августа или там еще каких-то таких решений несуразных начинать учебный год никто не будет. Чтобы вы все понимали, мы работаем на благо города. И мы будем работать, наша команда, полностью весь срок, 5 лет. И все сделаем для того, чтобы можно было потом сравнивать, как было, как есть и как будет.